чтобы было всегда прибрано, аккуратно, и чтобы ничего у нас в еде не попадало. Ну, резиночка какая-то. Самый лучший подарок. Ты чё? Если он заплетённый будет, это вообще не может быть. Нет, надо ему заплести эти косички такие. Как это называется? Растаманские косички. Мне все-таки иногда на гараже нужны. А это всем надо, мне тоже купить. Будешь делиться салатом. Да, скажешь, пиши резиночки. Ну что? Какие классные. На сегодня я солнышко. Называйся. Он всегда солнышко. Он солнышко, да. Да вообще. Вообще. Ну вообще, что-то дарит не будет. Главное, это медуль. Медуль.